В период пандемии коронавируса больше всего пострадали предприниматели и малый бизнес. Чтобы не оставлять их один на один с бедой, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области запускает антикризисную программу по развитию бизнеса «Популяризация предпринимательства». В ней нижегородцы смогут бесплатно пройти обучение бизнес-навыкам, получить наставников, изучить стратегии и принять участие в конкурсах. Также есть образовательные программы и для будущих бизнесменов. При регистрации на портале каждый сможет пройти тестирование на определение предпринимательских способностей. Сегодня действительно как никогда это очень актуально и необходимо, потому что мы все видим с вами, в какой мы сейчас ситуации переживаем. И это действительно самая большая проблема и самая большая, наверное, потери и в бизнесе конкретно. И поэтому, чтобы мы смогли поддержать бизнес и сохранить экономику Нижегородской области и в России в целом, поэтому я считаю, что эта программа сегодня очень актуальна. Всю подробную информацию о портале можно узнать на сайте mybiznn.ru или по телефону, указанному на экране. Участие в проекте бесплатное. Артемий Катков, Время новостей.